Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кировской области коллекторов оштрафовали более чем на 1,5 миллиона рублей. Об этом отчиталось региональное управление службы судебных приставов, которое контролирует организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности. В Кировской области таких организаций официально 5. За год к административной ответственности за различные нарушения привлечено 27 юридических лиц, не входящих в областной реестр и не являющихся поэтому официальными коллекторскими агентствами. В 2020 году оштрафовано было 10 юрлиц. Сумма штрафов увеличилась за год 8 раз и составила 1 миллион 670 тысяч рублей. Программа «Экономика». Лжесотрудники ФСБ выманили у кировчанина более 4 миллионов рублей. Схема была уже известна, и представились по телефону сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ, сообщили 20-летнему кировчанину, что от его имени кто-то берет кредит. По инструкциям собеседников, молодой человек взял сам кредиты в двух банках в общей сложности на 4 миллиона 360 тысяч и перевел их по продиктованным ему реквизитам, думая, что переводит на свои счета. Как сообщают в МВД, так якобы кредиты были погашены, и мошенники до денег больше не могли добраться. Через несколько дней мошенники позвонили снова и попросили оформить еще один кредит, но тогда кировчанин уже понял, что потерял и прежние деньги. Сейчас ведется поиск злоумышленников. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Открывая какой-либо бизнес, предприниматели часто очень сильно поглощены связанными с этим сиюминутными проблемами, а потому не задумываются о том, как в дальнейшем будут его содержать. Например, 30% текущих расходов на содержание магазинов составляют затраты на электроэнергию. Ведь хороший свет – это один из главных факторов приятной атмосферы, а значит настроение посетителей и желание что-то купить. Получается, что экономить на системе освещения нельзя. Но можно сэкономить на последующем ее содержании, если еще на этапе монтажа оборудования все правильно рассчитать и использовать инновационные решения. Учесть надо множество факторов: расположение ламп, их световые потоки и уровень рассеивания света, количество дневного света в помещении, цветовую температуру и, конечно, сами типы ламп. Ведь даже разные энергосберегающие светильники, например, люминесцентные и светодиодные, не одинаковы по количеству потребленной энергии. Разобраться в сложных терминах и понять, как сэкономить на освещении, не ухудшив, а даже улучшив его качество, помогут в магазине «Световые решения» на Маклина 36, телефон 705-520. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 75.30, официальный курс евро 85 рублей 89 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.